Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппи, там продолжаем с вами играть в Салли Фейс, Салли Крам Салли. Это уже у нас третий летсплей. В предыдущей серии мы с вами остановились на том, что нам нужно найти запчасти для нашего гербоя, с помощью которого можно находить и видеть какие-то паранормальные явления. Мы ищем демонов ищем и выясняем причину все-таки смерти миссис Сандерсон, простите меня, если я ошибся. В общем, как-то так. Нам надо найти. Я не знаю, где искать, ребят. Так, а я вообще в какой живу? А, я в 42-й. Нет, подождите. Я не знаю, где ее искать, но я ее поищу. Как найду, только так сразу, конечно же, вернусь к вам. Я редко выхожу из своей комнаты. Когда-нибудь видел демона с красными глазами? Чего? Нет, блин, ты хочешь, чтобы мне кошмары снились? Понятно, до скорого. Увидимся. Торговый автомат. Похоже, тут внутри ничего нет. Ага, как и в моем пузике. Понятно. Где же нам искать-то аккумулятор? Можно спросить, конечно. О, сундук совсем как в домике на дереве, но нет ничего. Но в нем нет ничего примечательного. Может быть, надо сходить к нашему Ларри? Так, а где наш Ларри? Комната Ларри. Keep out. Чувак, у тебя есть антенна? А, там мама в порядке? Твоя мама в порядке? Да с ней все в порядке, хорошо. На нее всегда так влияет смена сезона. Просто сильная простуда. Она придет в себя. А, скоро буду. Hasta la vista, Салли. Окей. Так, а ты записал? Конечно, братан, записал, но мы не будем слушать. Хорошо, нет, спасибо, мне твои песни как бы не нужны. Ладно, продолжаем искать в поисках. В поисках. Что за Боб? Мне нравится твоя рыбка. Это Боб, он классный. Родители говорят, что мне нужно чуть больше природы в жизни, чтобы сохранять баланс со своей этой техникой. Окей. Тут у тебя ПК, у тебя по-любому тут что-то должно быть. Ну-ка. Ты то, что надо. Хорошо соображаешь, Салли Крам Салли. Ага, вот я пришел к Ларри. Просто нажал и увидел эту антенку. Круто. Значит, можно было раньше ее взять. Просто я ее не замечал. Слушай, ты не против, если я должен антенну от своего сканера? Ну ладно, я не против. Отлично, у нас есть антенка. Теперь возвращаемся обратно к Тоду. Я все нашел для тебя. И у меня есть то, что тебе нужно. Держи. Ты на сумме. Так, сгодится для передатчика. Антенна. Да, отлично подойдет. С помощью найденных тобой частей и собственного оборудования я смогу модифицировать твою приставку, как и говорил ранее. Дай мне минутку, чтобы все сделать. Тан-тара-тан-тан-тан. Итак, он готов. Узри супер гербой! Круто! Не переживай, ты все еще можешь на ней играть. Она находится в режиме охоты на призраков, только когда вставлен этот странный картридж. О, круто, а то я уже начал переживать. Однако, к сожалению, мне понадобится лишняя пара частей из твоей рации, а собрать ее назад не вышло. Надеюсь, ничего страшного. Ларри, конечно, особо не обрадуется, но ничего, это ради благого дела. Чудно. Итак, для достижения наилучшего результата тебе нужно будет полностью вытащить антенну. Для этого нажми так, это понятно. Нажми Shift, пока не он мигает, нажми кнопку F, чтобы пустить мощный электрический импульс. Если твоя теория верна, то такого потока электричества будет достаточно для того, чтобы подпитать ближайшие явления и, возможно, даже другие сверхъестественные элементы. Ауч. Может... Ты... Что за в конце был звук? Сработало! Это пони? Блин, тот! Привет! Это что такое? Я даже не думать не мог, что он их убьет. Вся это... Это моя вина! Кого? Стейси, ее дочь, боже, да как я мог влюбиться в замужнюю женщину? Это призрак Грега нам рассказывает. Следовать зову своего сердца не грех. Да ты романтик, как и я. Был. Мило с твоей стороны, но я понимаю, что не стоило этого делать. Мы хотим помочь вам, почему вы не купили это место?
Не купили? Мы никогда не сможем уйти. Что вы имеете в виду? Вы не можете успокоиться с миром? А что держит вас здесь? Видели демона с красными глазами? Можете нам рассказать что-нибудь? О, нет, только не про него. Что? Что происходит? Он тут. Кто? Красноглазый человек? Тот, который убил Стейси и ее дочь? Мне нужно идти. Простите. А в конце это было сделано специально, да? Такой звук. Ну ладно. А это вполне было настоящее разумное привидение. Я никогда такого раньше не видел. Ты в порядке? Да, все нормально. Просто одно дело читать о паранормальных явлениях и строить определенные гипотезы, а другое видеть их наяву. Я понимаю, о чем ты. Не так это просто все, ну, как бы типа переварить. Что ж, у нас много работы. Думаю, на сегодня мне впечатлений достаточно. Останусь тут и проведу кое-какие исследования. Хочу прочитать историю апартаментов Эдисона. Может, найду что-нибудь о прошлых жителях и возможных убийствах. Слушай, было бы здорово, а я пока поищу еще места с повышенной паранормальной активностью. Отлично. Кстати, я заметил, что твой игровой картридж как-то подозрительно трещит. Возможно, тебе стоит его проверить. Так, а кого мы встретили? Мы встретили какого-то демона. Идите. А тут можно активировать? Давайте посмотрим. А вот тут. О, жесть. Ага. Что за печать? Что это было? Посмотрим. Джим Джонсон? Нет, это Бонзон Сау. А ничем из жизни Гонку. Вы пропадаете, плохо слышно. Прийти, у тебя мало было времени. Должен помнить о красном шаре. А, о чем вы? Что такое? Иди быстрее, остается. Не забудь красный шар. Только я решил, что призраком, а тут такое. Что это было? Что бы это ни было, ну и странная у меня жизнь. Я согласен. Так, сундук нас не пустят. А если мы под... вот так вот пойдем? Ага. Ну-ка. Это вот этот вот чудобрек. Видимо, ну их не батя. Ну, в смысле папа. Отец. Да ладно, ты долго будешь щелкать туда-сюда? Выходи отсюда. Красный шар. Красного шара я не видел, а только видел пентаграмму красную. Ларри, зацени мой супергербой. Это тот смастерил? Слушай, очень круто, прям погоди. Что это, моя рация? Ой, да, ему понадобились ее части для апгрейда. И надеюсь, ты не против. Я могу достать нам новые. Блин, ну ладно. Ничего страшного, я надеюсь, это поможет нам разузнать побольше про призраков и мое проклятие. Согласен. А, так, остоловисты. Ну, раз мы в квартире Салли, я предполагаю, можно сходить к Ларри. Ой, к маме Ларри. Не знаю, в чем причина. Видимо, ей вообще все равно уже. Или еще не все равно. Тебе нужно что-нибудь? Так, не утруждай себя. Ладно, хорошо, ей не нужно. Так, что нам скажет наша бабуленька, а? Розенберг, которая рассказала всю историю про вот эту апартаменты Эдисона, про который я уже забыл, ребят. Может, она болтала столько, а у нашей бабули что-то тут неполадки какие-то. Сэр, Розенберг, что с вами случилось? Боже, что у тебя за дьявольская штука, Розенберг? Это, ну, как бы сложновато объяснить, если честно. Не стоит играться с вещами, которые не понимаешь. Хорошо, бабуль. О. Говорить. Тот, странно, но я не могу отыскать никаких записей о прошлых убийствах. Находится только информация про нашего общего друга Чарли, но посмотри на его фотографию в общих доступных документах. Блондин, какого? Что это, не он?
все чудесней и чудесней. Чудесатей. Нигде даже в засекреченных документах нет ни слова полицейских, которые приезжали в день убийства миссис Сандерсон. Словно их тут и не было, или будто их вообще не существует. Как вообще такое возможно? Не уверен я во всем этом, еще пока покопаюсь. Загляни ко мне чуть-чуть попозже. Ладно, я тогда продолжу искать паранормальщину. Прекрасно. Блин, сначала думал, что это тетка сидит какая-то. Но это оказался... черт. Фу, ребят, кажется, нашел пятую. Я просто первый раз ее проглядел. Ой, четвертую, простите, четвертую. Да, вот она. Еще одна пентаграмма. Это так себе выглядело, ничего страшного. Ага, сколько я здесь раз бегал, сколько я ходил, и у Ларии на кухне ни разу не замечал. В общем, короче, нужно было полностью... Давайте пятую уже посмотрим. Ага, это белая пентаграмма. Что она означает? О, какого? Ага, шестая глава. Ну, думаю, стоит снова сходить к Тодду и узнать, нашел ли он что-нибудь. Хорошо, возвращаемся опять к Тодду. Кстати, что нам дали там за главу? Какую? Шестую? А, шестую дали главу, да? Ну, привет, Тодд. Я нашел кое-что интересненькое. Дело о пропаже человека от 1987 года. Меган Холмс 7 лет жила в апартаментах Эдисона со своими родителями. Вот, это Меган здесь жила. Люком и Стэйси. Похоже, речь о твоей подружке сверху. Судя по всему, она и есть та дочь, о которой говорил в моей ванной Грег. Вот, до чего дошла техника. Ведь все сходится, да? Только вот снова странности. На следующий день, после заполнения изначального отчета, он был обновлен. Информация о том, что девочку нашли мертвой в озере Вендиго. Ну, оно несколько миль южнее отсюда. Вместе с ее родителями. Жесть. Тут говорится, что они упали в воду и утонули, когда рыбачили. Грязь оплыла. Оплыла или что-то типа того. Оплыла. Это точно она. Погоди-ка, Меган Холмс. Я уже видел этот крестик. Я уверен, когда мы с ней разговариваем, она его не надевает. Но я стопудово где-то его видел. Я тоже его видел. Ага, новое задание. Ты не смог призвать ее даже с помощью приставки. Но может получится, если ты найдешь крестик. А ведь логично звучит. При жизни у нее была какая-то связь с этим предметом. Теперь остается только вспомнить, где же я, блин, видел эту хреновину. Хреновину, да, ребята. Найти крестик Меган. Вот нужно вспоминать и подумать, где я видел этот крестик Меган. Хоть у Лари есть крестик. Сейчас, давайте посмотрим. Крестик. Слушай, есть крестик? Ты не видел этот крестик? Думаю, нет. Да нет, мне кажется, немного, хоть и знакомым. Я тоже так подумал, почти уверен, что раньше видел его где-то в здании. Он принадлежал Меган. Попробую найти его и использовать, чтобы призвать ее. Ладно, я с тобой схожу, когда найдешь его. Так и поступим. Хорошо. Остановись. Так, а где бы этот крестик? Так, иди отсюда. Боже. Мне кажется, он на пятом этаже. Ладно, ребят, давайте мы... остановим эту серию на этой ноте, а продолжим уже искать серии крестик в следующей серии. Пожалуйста, ребят, не надо спойлерить, окей? Вы просто напишите комментарий, давай дальше снимай, ставьте лайк. Все, я убежал, увидимся уже в следующем видосике или стриме. Всем пока-пока.